Всем привет! Я Катя Кузьменко. Я сейчас иду на студию. Там мы встретимся с Михаилом Хрусталевым и запишем Трианта. Нет, просто был лесник. Лесной же тоже был. Лесной, какой-то. Да, был. Помните, он что-то на Беларуси был такой? Ну да, а это как бы... Нет, это такой... Да, ну, я сейчас покажу пример голоса. Он на Соляске должен быть походка. Это Соляске. Соляске, да? Ну, сейчас я покажу вам. Ну, такое он. Дерево. Да, мощное дерево. Да? Добро. Голубые ели. Беготня. Ладно, хорошо, давайте. Давайте. Корни... Не пошло. Корнеплоды зла. Да. Корнеплоды зла. Корнеплоды зла. Есть. Фотосинтез прекратился. Фотосинтез. Вернись, как хоть так-то, в голове не укладывается.